Ты нас не обманул. Спасибо, от тебя все равно не дождешься. А ты умнее, чем кажешься. Поделись еще чем-то и останешься здесь. Ладно, хочешь узнать о контрабанде оружия через Стамбул? Там целый синдикат. Синдикат? Смотри, какие страшные слова пошли. Так ты хочешь узнать или нет? Вот так запросто сдашь их всех, Кобин. Конкуренты, небось. А ты умнее, чем кажешься. Какая разница, они преступники. Ну, валяй. Весь товар проходит через порт, в ящиках якобы везут рыбу, фрукты, все липо, найти их расплюнуть, даже тебе. Обязательно скажу им о тебе. Ты шутишь, что ли, Фишер? Вижу патруль по периметру. Это цветочки. От сделки столько зависит, что тебя ждет еще тот зоопарк. Хорошо, что задача проста. Убрать всех? Убивать или нет, решать тебе. Старайся не привлекать внимания и следи, чтобы не было хвоста. Глянь-ка сюда. Пятеро. Сектор почти зачищен. Грим, ты не поверишь. Кто-то тут забыл ноутбук. Захвачу, вдруг там есть что-то полезное. Что за? Он без сознания. Вы перебили всех. Пора двигаться дальше. Пушки под видом рыбы. Кто на это ведется? Кто угодно. Все очень изящно. Оружие привозят на склад. На рынке все пакуют в ящики и перевозят как продукты. Они даже вес контейнеров правильно подогнали. А раз рыба товар, который продается где угодно... Они могут развозить эти ящики по всему миру. Thank you.
Он вон там! Грим, вижу место сделки. Корабль, на котором привезут товар, пришвартован недалеко в порту. Поняла. Обрати внимание на парня на палубе. Похоже, он снайпер. Ясно. Спасибо за совет. Гранаты, патроны. Обсуждали уже. Я хочу убедиться, что весь товар на месте. Да все на месте. До последней гильзы и до последней чеки. А что цена? Как договаривались, и чуток сверху. Пришлось кое-кого подмазать дополнительно. Все, что сверх, я из твоей доли вычту. Я покупаю товар, а доставить его твоя задача. Не заплатишь, ничего не получишь. У меня, кроме тебя, еще три покупателя есть. Ты это хрен брось. Я приехал дело делать. Я тоже. И в интересах сделки готов поделить наценку надвое. Идет. Я позвоню, организую перевод. А мои пока погрузят товар на корабль. Этим мы сами займемся. Спасибо. Их осталось всего пятеро. Есть кое-что интересное, Грим. Глянь-ка на эти данные.
Где ты, мать твою? Тихо. Вас ждут золотые звезды. Этого парня давно... Грим, все должно быть чисто, так? Так, это был последний. Сейчас заберу тебя. Молодец. Платеж подтвержден.